Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим комплект светодиодных ламп от компании Xiaomi, серия J1.1 на цоколь H11, температура освещения 6000 кельвинов. Поставляется комплект ламп в фирменной упаковке, упаковка плотная. Внутри у нас находится инструкция по установке ламп в автомобиль. Ну и также две светодиодные лампы. Лампы у нас полностью металлические, кроме самого цоколя посадочного места. Есть два типа охлаждения: пассивный радиатор и встроенный кулер, то есть активное и пассивное. Охлаждение в одной лампе имеется. На проводе подключения драйвер небольшой, подключается на питание как 12, так и 24 вольта, стандартная вилка для подключения. На каждой лампе используется по 2 светодиода. Светодиоды идут Cree в данных лампах. Вот такие вот. Заявленный световой поток 3000 люмен. То есть довольно-таки ярко должны светить. В принципе, сейчас проверим это. Мощность ламп 30 Вт. Вот сейчас мы подключим одну из ламп на питание 12 вольт и визуально посмотрим, как она будет отсвечивать. Подключаем питание 12 вольт. Лампа у нас загорается, слышно, как срабатывает кулер. Вот светит очень и очень ярко, в принципе, видео это передает. Заявленный световой поток, напомню, 3000 люмен и цветовая температура 6000 кельвинов. Чисто белый световой поток. После установки данных ламп в автомобиль нужно будет правильно выставить светотеневую границу, дабы не слепить других участников дорожного движения. При покупке на комплект светодиодных ламп обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость этих ламп вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.